Так, короче, тут, конечно, микродонатик такой, такой малюсенький такой, маленький такой, хуй с горы. Просто никто, 25 рублей, спасибо большое за донат. Но, я так думаю, если я сниму на это реакции, то кто-то его посмотрит, вот. И почему бы и нет, поэтому Жище Гранж, просто видос, собственно, спасибо за донат. Ребят, спасибо всем за лайки, комментарии, подписки, спасибо, что заходите на стримы, донатерам, просто самое огромное спасибо. Вот, Никита Z, а твой прям следующий уже, все. Да, Ctrl-Shift-T я пользовался, но я там дохера всего пооткрывал, и... Вот, что мне больше всего не нравится здесь, это барабанная партия. То есть, ну, типа, если мы делаем прикольную пародию на Нирвану или типа того, то получается, тарелка идет не восьмыми, а четвертями тогда. И пум, пудам, тадудудам, то есть, получается, тум, тудан, тадудадудудан, тун. Не так легко, но если потренироваться, то можно справиться. Получается тун, тудан, тадуда-дуду-дан, тун, тун. Сейчас вот покажу. Тун, тудан, тадуда-дуду-дан, тун. Блять, тудан, тадуда-дуду-дан, тун, тун. Тудан, тадуда-дуду-дан, тун, тун. Тудан. Бля, мне еще надо пониже мой стул. То есть тун, тудан, тадуда-дуду-дан, тун, тун. Тудан, тадуда-дуду-дан, тун. И все, и прям можно было бы прям вообще то самое сделать. А так, как бы, вот с восьмыми это... И плюс еще, когда они не... Ну, не совсем... Бля, там хер мой было хорошо видно так. Когда эти восьмые еще и не совсем восьмые, а какая-то вот такая вот кривая полусбивка получо. Когда малый барабан всегда звучит одинаково, то есть тум там та 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 тан та 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 тан тан та 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 та, то есть абсолютно одинаково, не так что тум тудан та ду да ду ду дан тун тум тудан та ду да ду ду дан тун тум тудан та, то есть сильная доля должна акцентироваться, слабая хуироваться, соответственно. А здесь вот как бы, ну, скорее всего, барабаны не этот чел там делал, наверное, барабан этот барабаныч, блять, Ваганыч их нарисовал, наверное. Передумала все ширяться, колоться, пить, курить, материться. И снова решил влюбиться. У нас один спирит полиция. Он жену и дочку набрал, жену на пятую точку. Сбрил абсолютно все патлы, надел домашние тапки. Вместо гитары взял бач. Это как бы к тому, почему Грол такой охуенный барабанщик, да? Все равно сплин, да. Походу, чел на видео, кстати говоря, делает как раз это. У него очень странная постановка рук, но он как раз делает, по-моему, так, как я описал. Капусте вообще нет рифмы, тупые гитарные рифы, тупой бист, тут барабанов, роль басиста вообще забавно. Казалось бы, что за лажа, не буду играть больше гранжа. Никогда не играл больше гранжа, 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 никогда не играл. Не до конца понял посыл, честно говоря. Вот. Ну, либо я его понял, и тогда оказалось, что он как бы не совсем так сделан, как это было бы действительно здорово. Либо не понял. Ну, в общем, как-то так. Все, спасибо за...
просмотр, как говорится, видос заканчиваем. Хуёс пердянчивый.